Супротен. Покупай, на машине уезжай. На этих выходных лидер по производству и продаже стройматериалов провел очередной розыгрыш ценных призов. Лотерея, как всегда, проводилась в условиях максимальной прозрачности. На этот раз на автомобилях уехали сразу двое счастливчиков. Одним из них стал житель Кишинева Василий Ишану, обладатель машины марки Suzuki Swift. Я впервые участвую в этой лотерее и впервые выигрываю такой крупный приз. Это невероятно, спасибо большое. Буду участвовать в таких розыгрышах и в дальнейшем. Тем более, что обычно мы делаем покупки в Супротен, так как там качественные товары и богатый ассортимент. Также среди покупателей Супротена разыгрывали и другие ценные призы. Холодильник, телевизоры, стиральные машины, ноутбук, пылесос, набор инструментов и велосипед. Никогда в жизни своей ничего не выигрывала, но услышала однажды анекдот, когда обращается человек: «Боже, что же я ничего не выигрываю никогда?» Он говорит: «Ты хотя бы билетик возьми, лотерейный». Вот и я решила заполнить, и случилось. Первый раз участвую в лотерее, я не ожидал, это очень приятно. Покупайте в Супротен и выигрывайте. Обладателем второго автомобиля и главного приза этого розыгрыша стал также столичный житель. Ключи от машины Suzuki Vitara достались Раду Влас. Эта лотерея на самом деле честная. Я изначально не верил и не выигрывал ни разу в жизни до сегодняшнего дня. Но, как видите, Бог меня услышал. Прав еще нет, но теперь есть важная мотивация, чтобы их получить. Хорошая новость для тех, кому удача не улыбнулась накануне. Уже сегодня стартует новая лотерея «Супротен». Для того, чтобы принять в ней участие, необходимо с 21 октября по 11 апреля купить товары на сумму от 1000 леев. Розыгрыш призов состоится 12 апреля.